Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. А вы, кстати, заметили, что у Слэша вот на этом панцире такая же трещина, как и у Рафаэля на панцире? Согласись, это сходство какое-то. Так, ну да ладно, мы забираем с тобой ежедневные награды. Так, по заданию быстренько пробежимся. Так, открыть колоду, с удовольствием это сделаю. Что нам достанется? А, ничего. 5 долларов, как обычно. Так, награду забираем. Сразиться в боях и пройти серию испытаний. Давай серию испытаний быстренько пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, нам нужно захиляться, поэтому мы, наверное, уберем с тобой Бакстера и возьму я сюда Майки. Кстати, и, наверное, нам надо убрать Армагона. Возьмем Усаги. Хотя зачем нам тут Усаги? Армагушу лучше. Ну, ты понимаешь, что я хочу сделать. Естественно, залечить нашим бойцам раны. Потому что они покоцаны какие-то, и мне это не нравится. Так, Майки контратаку делает. Вот и первый у нас хил. Майки делает лечение. И все, и практически все целые сохраны. Так, змея карай. Можно было, конечно, массовую атаку сделать, но... Вот так сейчас бомбанем. Упс. Так, минус змея карай. Здесь минус маузер. Так, этого сейчас добьем. Все, переходим с тобой на вторую волну и смотрим, что у нас тут. Мутагеноид плюс острозуб. Я думаю, что острозуба, в принципе, можно тройным укусиком немножечко, да, бомбомбить. Даже уничтожить получилось. Плюс вертушка от Леонарда. И добиваем с тобой мутагеноида. Прекрасно. Ну что, мы прошли с тобой серию испытаний. Двигаемся дальше. Нам сегодня надо посмотреть, где у нас там в данный момент на лиге находятся наши персонажи. И чуть-чуть осталось, да, чтобы перейти нам на вторую часть. Это раз, два. Два поединка получается. Окей. Здесь мы забираем награду и идем в список. Ищем нашего Донателло. Кстати, подожди, уровень. Давай-ка мы поднимем нашему Донни. 87-й. Отлично. Так, теперь Донателло. И ищем с тобой три ячейки крэнгов. Раз. Вторая. Так, подожди, третью нужно. Дайте мне еще одну силовую ячейку, вот она. Ну что, а дальше нам нужно еще найти 10 номеров, всего лишь 10 номеров, ребят. Ну они должны искаться, в принципе, легко, насколько я помню, но что-то тут они нам не выпадают. Так, один номер есть, второй выпадает, третий. Так, четвертый. Четыре только лишь. Вот пятый, все, ребят, мы, по-моему, выполнили задание. Остальное найдем уже в следующей серии. Раз, два, три, четыре. Все награды мы собрали с тобой. Так, ну что, давай. Блин, у нас тут телепорт еще, который нужно будет. Ну, в конце посмотрим, если будет время. Помрыжим здесь. Так, а у нас с тобой открыта Черепашья буря и Кланфуд. Черепашья буря хороша на баксы. Так что, ребята, пойдем. Персонажи, конечно, не особо там хороших нам дают. Единственное, что Супер Шреддер с нами, а это уже топчик. Ну что, ребятушки, здравствуйте. Вот вам бомбочка от Зека. Так, Рафаэльчик, успокойся. Мы, наверное, знаешь, что сделаем? Его в первую очередь уложим, баньки. Так, теперь Леонардо, чтобы он тут не хилялся. Теперь Майки. Упс. Шреддер, молодец, спасибо. Он на подхвате был. Бумс, Лео в табло получил своим кастетом. Так, здесь мы сделаем, наверное, вот так. Пиу, минус. Так, Донни не пробьем, наверное, да? Ну, естественно. Выпускаем маузеров. Маузеры-то здесь сейчас шороху наведут. Рафаэль выжил, как так-то? Третья волна. Здесь у нас ролевые черепашки из России с любовью. Не добили, к сожалению. Ладно, ничего страшного. И Рафаэльчик у нас остается. Месть.
она уже тебе здесь не пригодится. Ну и классические черепашки. Наверное, я сделаю защиту здесь, в первую очередь, от Криса Брэдфорда. Плюс пулеметная дробь от Ваньки. Так, ну-ка, зэк. Минус Рафаэль. Ну и минус все остальные. Потому что Шреддер не прощает. Так, неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Ну что, наверное, нам надо с тобой идти дальше. 60 бакинских. Не кисло так, да? А здесь 75 жетонов плюс Донателло ролевой и 15 долларов. Поехали. Донни ролевой. Слушай, а он у нас прокачанный или нет? Я вот что-то не помню. Он прокачанный, по-моему, да? Точно. Так, ну что, начинаем с бомбочки. Угу. Блин, не упал. Тогда придется маузеров вызывать на помощь нам. Отлично. Так, на второй волне ролевики. Крис, будь добр, защиту, пожалуйста, поставь нам. Пулеметную дробь, наверное, сделаю. Так, Майки упал. Теперь надо Донни. Четенько. Так, теперь попробуем Лео. Красава. Ну, а Рафаэль здесь что он? Да ничего, упадет. Третья волна, оригиналы. Вот здесь надо нам по-быренькому их как-то расшатать. Тихо, подожди, какая граната? Вот так сделаем. Окей. Нормуль. Понял. Зергуд. Найс. Так, и мы переходим с тобой на последнюю волну. Здесь у нас черепашки видения. Ну, бросим гранатку для начала. Бумс. А добить? Да ладно. Давай, Шреддер. У Шреддера все отлично получается. Вот этого, наверное, добьем. И вот этого. Ну что, второе событие тоже мы с тобой прошли довольно легко и просто. Поэтому двигаемся дальше. Оу, 15 бакинсков, 75 жетонов, 4 осколка и Донателло ролевой. А вот здесь будет сложно, но награда тоже шикарная, ребят. Награда шикарная. Да и фиг с ним. Даже если кто-то не выживет, ребят, ничего страшного нету. Все равно нам фармить здесь ничего не надо, а вот пройти нам желательно бы. Ты гляди-ка, месть он делает. Офигеть, у них инициатива. Ты прикинь, они ходят быстрее, чем мы. Ну что, бомбочку, во-первых. Теперь, наверное, шипы сделаем. Так. Надо вот этого убрать с поля боя. Это раз. Второе. Вот так, наверное, сделаем. Эти погибнут сами по себе. Ну, добьем, хорошо. Раз. Два. Тут еще не забывай 6 волн. Оу, щит. С этими ребятами тоже лучше не шутить. Так, зачем мне Донни, когда мне нужен Майки в минус? Спокуха, дядя. Пулеметка. Отлично. Так, на третьей волне у нас с тобой классические черепашки. Классические, надо вот этого сразу, наверное, вырубить не получилось. Активирую отхил постепенный. И начинается. Этот усиливает атаку. Я боюсь, что сейчас Майк Лео прыгнет. Нет, не прыгнул. Отлично. Тогда выпускаем наших маузеров. Так, вот теперь я сделаю защиту. Вот так вот. Хиляется. Хорошо, Рафаэль, давай, кушай свою пиццу. А мы сделаем вот так вот. Донни, отстынь. Ну-ка, да чтоб тебе. Так, минус Рафаэль. Теперь бы Майки уничтожить. Опа. А что это так по Крису Брэдфорду такой урон прилетел? Скажи-ка мне на милость. Чересчур большой урон. Ты посмотри, сколько у него здоровья. Так, у нас действует отхил постепенный. Я надеюсь, он успеет восстановиться. Так, а у нас только лишь четвертая волна, и здесь оригиналы. Это тоже не очень хорошо, ребята. Оригиналы — это жесткие ребята. Так, здесь нам нужно кого уничтожить в первую очередь. Блин, я не помню, Рафаэля, что ли? Под
потом майки, да, вроде бы. Ну, нормуль. Так, бросаем с тобой гранату. Добиваем его. И остается Лео. Так, слушай, ну Лео хана. Подожди, нет, ребят, не хана. Вот сейчас точно хана. На пятой волне у нас кто? Черепашки видения. Сейчас попробуем так справиться. Пулеметная дробь. Так, минус этот. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Минус Рафик. Е. И нормуль. Последняя волна. Это у нас черепашки космос. Ну что, начнем потихонечку, да? Раз. И я думаю, что крышка им. Слушай, ну довольно быстро и легко так прошли, я не ожидал. Это классно. Так, ребят, ну что, мы получаем $20, 100 жетонов и Леонардо видение, ко всему прочему, нам еще выпал. Ну, я тебе говорил, фармить мы здесь с тобой ничегошеньки не будем. Так, фармить мы не будем, а вот клан фуд. Погнали. Раз, два, ух. Ты глянь, кого нам дают. Нам дают весь топ. Ну что, погнали. Нам дали с тобой весь топ. Ну, не считая, конечно, Донателло космического. А так, все отлично. Выпендриваются еще. Посмотри-ка на них, а. Так. Не добил. У всех доников, ребята, атака очень такая, знаешь, слабенькая на самом деле по сравнению с другими черепашками. Нет, у Майки тоже не очень сильная атака. Короче, у Донателло и у Майки именно атаки слабенькие. Но зато у Лео, у Майки хорошая воротливость, а у Донателло хорошая защита. Так, сюрики. Ну-ка давай. Убегает. Клич. Да. На самом деле я ожидал от него большего эффекта, вот от этого удара. Но ты сам видишь прекрасно. Не дотягивает он своим суперударом до топчика. Никак не дотягивает. Хотя прокачано почти по максималке. Так, муха тут решила полечить. Это, я думаю, зря. Ну и Рокстеди. Лучом. На тебе. Так, добьем его вертушкой вот этой вот. Дымовой бомбочкой. Добили. Прекрасно. И мы переходим с тобой на следующий поединочек. Тут уже 80-е уровни. Нам придется убрать Донателло Космос. Иначе ему будет очень-очень плохо. Так, ну что, делаем уклонение. И, как говорится, в атаку. Правильно, Рафаэль. Минус. Кланфут робот. Так, я возьму провокацию здесь на всякий случай. Пускай Рафаэль здесь разбирается. Окей. Так, Рафаэль, добей его. Так, ну что, переходим с тобой на вторую волну. На второй волне у нас опять эти же самые, да? И вертушку сделаем. Так, Саблезуба уничтожили. И Острозуба тоже. Последняя, третья волна, друзья. И здесь вот такая вот бригадушка здесь собралась. Так, нам бы, наверное, Бакстера, скорее всего, нужно шваркнуть. Так, спокуха. Блин, мне не нравится, что у Донателло очень мало здоровья. Очень мало здоровья. Так, если... Блин, я не могу даже взять провокацию. Бакстер, валим. Ты смотри, что творит. Берем защиту дополнительную. Хиляемся.
Ну и в принципе им крышка. Теперь-то они нам точно с тобой ничего не сделают. Минус. Карайка. Так, вот его контратака, да? Ничего страшного. Вырубили мы его. Шредера мы с тобой тоже вырубаем. И остается Крис Брэдфорд. Апперкот. Постепенно урон сработал. А это тебе уже не поможет. Ты в курсе, нет, парень? Отлично, вот я теперь сомневаюсь, что мы с тобой сможем ли пройти последнее испытание. Снаряжение кланфу получаем. И вот здесь вот у нас 90-е уровни, как ты видишь. 90-е, ребята. Угу. Ну что, делаем уклонение. Так, начинается у них тут раздолье. Поехали. Возможно, придется одну какую-нибудь из массовых атак нам потратить. А у кого у нас есть? У Лео, у Дони, да? Наверное, у Дони потратим. Так. Давай, Донателло, жги. Минус двоечка, отлично. Так, ну, уклонение у нас тут отличное стоит. На май... Опа! Вот тебе отлично, все-таки его оглушили, ребят. Дай-ка я защиту дополнительную повешу нам. Ты посмотри, какой жук, а? Так, ну что, вторая волна у нас здесь. Да, враг еще тот. Наверное, я сделаю вот так вот в первую очередь. Хиляться даже не знаю. Хотелось бы, конечно, хинуться, но... Давай, Лео, твоя вертушка здесь нужна. Будет провокацию брать? Естественно. Так, надо лечить нам персонажей наших. Отлично. Так, а вот теперь, я думаю, возьму-ка я, наверное, провокацию. Так, этот у нас, да, стоит? Ну-ка, шваркнем мы его. Е. Теперь этот берет провокацию. Его тоже нужно, друзья, мы шваркнуть. Так, ответочка. А этот берет что? Этот у нас... А я вот так сделаю. Назло им. Пускай теперь попадают. Так, вырубаем острозуб. Блин, острозуб, ты оборзевший, я смотрю. Так, минус саблезуб, минус. Да ё-моё, что у него за защита там такая зверская просто. Ты посмотри. Я немножко даже в шоке. Ну-ка. По единичке отнимаем, прикинь. Просто по единичке, по одной. Это что за... Это что такое? Я не знаю, ребят, как это назвать. Он что такой, блин, не пробиваем, что ли? Вот, наконец-то пробили. Минус Крис Брэдфорд. И последняя волна, ребят. Я сделаю вот так вот. Ярость Рафаэля. Теперь погнали. Так, нам нужно уничтожить с тобой муху. Желательно бы. Нормуль. Минус муха. Так, этот хиляет. Так, Майки, держись, парень. Ну, это понятно, уклонение делает. Хиляться, я думаю, пока не будем. Вот надо Шредеру, наверное, вломить. Упс. Ой-ля-ля. Хиляемся срочно. Живем. А если я сейчас апперкотик еще сделаю? Так, ну Шредер я добью сейчас. Должен, наверное, добить его. А что ж вы делаете-то? Он еще двойную атаку прописывает. Так, опять залечиваем раны наши. Делаем с тобой защиту дополнительную. Делаем с тобой уклонение. И теперь мы просто непобедимы. Поверь мне. Нам здесь никто ничего не сделает. Минус Шредер. Да-да-да-да-да. Мечтайте. Вертушка.
Так, добьем... Нет, давай добьем, наверное, носорога. А теперь этого хламона. Все. Как с куста, друзья мои, мы прошли это событие. И снаряжение Clan Food. Все отлично. Как ты видишь, пиццы у нас нет. А здесь везде нужна пицца. Точнее, не пицца, а сыр. Сыр. Так, ну что, у нас остается, значит, турнирка. Мы с тобой в Лиге Мастеров. Первый ранг. Окей, первый ранг. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, что я делаю-то, ё-моё. Все уже. Переиграл чутка. Раз, два, три. Так, поехали. Ну что, давай, Усаги. Выжимай. Ну а Супер Шреддер, естественно, на добивку. Вот как-то так, ребят. Идеальная победа, и мы двигаемся с тобой дальше. Так, сегодня пятница, да? Пятница. Остается немножечко. Так, мы в Лигу Мастеров обратно вернулись, и позиция у нас 93-я. Но согласись, здесь мы с тобой в любом случае уже доберемся до топового места, и никуда они от нас не денутся. И причем мы с тобой потратим очень мало энергии. Очень мало энергии, очень мало откатов, потому что мы практически, ребята, своими силами даже, наверное, справимся. Так, что у нас тут? Да хорош ты, Майки, успокойся, это бесполезно, что ты свои танцы заряжаешь. На-ка, лучше перекусите валун. Окей. Так, двигаемся с тобой далее. И тут у нас... Какая позиция? 80-я. То есть это, грубо говоря, еще где-то 8 поединков брать надо, да? Так, Шреддер плюс Лео. Раз, два, три. Слушай, ну по инициативе, по-моему, должны здесь, да, преобладать? Ну, по идее, да. Шреддер плюс Лео. Да, конечно, он тут справится с остальными. Причем здесь у всех постепенно урон висел. В любом случае, они бы, друзья мои, погибли бы. Так, ну, какая там, 70-я? Ох ты, 66-я. Мы идем даже лучше. Тихо, 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 не надо. Там был просто Майки, поэтому я не захотел с ним драться. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот я хочу сыграть. Ну что, кто будет первым ходить? Мы. Ну, Майки, потому что у нас. Понятно. Теперь смертельную волну. Тыдич. Так, а ну-ка, Рафаэль, давай вставай в провокацию. Хе, морозильная пушка упала. Ой, зря ты это делаешь, парень. И пулеметная дробь. Наверное, им крышка, да? Нет, не крышка. А вот теперь крышка. Ну что, идеальная победа, и мы с тобой двигаемся далее. Место должно быть 50-е. 53-й, здесь недобор. Кстати, 117 монет уже накоплено. Это хорошо, ребят. Да что ты будешь делать? Тут опять Майки лезет, а? Вот. Так, Шреддер, возвращайся. Раз, два, три, четыре. Поехали. Он еще тут такой здоровый, если посмотреть, да? В своем плаще, в этом замызганном. Ну-ка, навряд ли добьет, конечно, но постепеночку повесит. Проникающий. Ну-ка, запах изо рта, как тебе, Ванюша? Блин, выстоял, смотри-ка. Понравился, видимо, ему запашок от Джастина. Занюхнул, так сказать, портки. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, что 40-я позиция, наверное, будет. 41-я, окей. Продолжаем нашу эпопею здесь. Шреддера возвращаем. Раз, два, три. Но тут уж, извините, я должен взять Лео. Ну, то есть ты понял, да? Я должен был взять здесь подстраховку, как ни крути. Кто-то мне посоветовал в комментариях, Рэй, говорит, ты когда проходишь вот эти вот, попробуй составы.
Друзья мои, ради бога, мы можем попробовать составы. Но только дело в том, что противники здесь идут 79 уровня, да? А ваши составы, больше чем уверен, должны будут состоять из 20-х, 30-х. То есть тех персонажей, которых мы практически не юзаем. И по итогу у нас не получится здесь оценить эти составы. Понимаешь, к чему я клоню? То есть я их возьму, но они будут постоянно проигрывать. Поэтому я не могу даже тебе сказать, хороший это состав или плохой. А те составы, которые будешь говорить ты мне из моих топов персонажей, то они даже не... Они, как тебе сказать, их даже не требуется рекламировать, потому что они все у нас пройдены, заюзаны. Причем неоднократно. Ну что, ребята, все у нас хорошо. Я думаю, сейчас еще пару боев, и мы с тобой выйдем в топчик. Да? Да. Так, 14 место. Окей. Ну что, потихоньку, полегоньку. Сегодня, ребята, хочу попробовать все-таки поиграть в Усаги Ядзимбо игру, которая, она у нас идет на ПК, она в Стиме, но она портирована была в свое время с Андроида, как я могу понимать. Ну, на Андроиде я почему-то ее не нашел, а на ПК она осталась. Ну, сразу скажу, там не по-русски все будет, и игра будет очень-очень примитивно. Очень примитивно выглядеть, ну уж не обессудьте. Иначе мы так никогда в нее не поиграем. И вы ее никогда не увидите. Все, ребята, первое место. Больше нам выпендриваться здесь не стоит. Единственное, что нам стоит, это зайти в магазин, в предметы, в монеты и купить 3 ДНК на нашего Шреддера. Плюс зайти сюда и посмотреть 250 жетонов. Маловато. Тут понятно и так. Слушай, и давай, наверное, мы с тобой набьем вот эти штучки-дрючки. Ну, ты понял, да? Это у нас обычные телепорты. Будем с тобой драться против железноголового. Ну, тут все легко и просто. 20 уровень, естественно, валим с полтычка. И переходим с тобой на вторую волну, на второе событие. Или второе испытание. На второй эпизод. Тут всего 4 эпизода. Так что... Все когда-то раньше, вот, ребята, когда я проходил, вот это вот с самого начала. Честно говоря, не думал, что я в эту игру буду играть почти 3 года. 3 года, ну, я не скажу, конечно, что каждый день, но в неделю выходило у меня по 3-4 серии. То есть приличное количество серий снято по этой игре. И очень, конечно, много повторяющихся, очень много, потому что тут, понимаешь, тут нельзя... разгуляться в этой игре, понимаешь? Разгуляться здесь нельзя. Здесь ты, как сказать, в замкнутом круге. Ты именно по этому кругу бегаешь, и тебе никуда не выйти за рамки его, к сожалению. То же самое касается и драконов всадники Олуха. Правда, в драконах у меня там еще дофига чего не собрано. Там драконов, по-моему, в 100 раз больше, чем здесь персонажей. И к тому же там еще и легендарные драконы. Вот, но обидно, что арену я там всю прошел. Я сейчас топчусь на месте по арене. Вот. Так что вот как-то такие, ребят, пироги. Ну-ка мы его замедлить-то успеем? Замедлили, но он здесь... Так, ракету. Он здесь может даже наказать нам кого-нибудь. Ну-ка. Нет, скорее всего мы его накажем и никого не потеряем. Вот так вот, друзья мои. Кстати, вот эта вот луна, вот эта вот именно эта луна в черепашках ниндзя в начале заставки, когда показывают крыши домов, луну, и камера типа летит в колодец, именно вот та луна была. Ну что, как ты видишь, мы с тобой прошли все, получили все телепорты. И теперь со спокойной душой можно заканчивать эту серию. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак!
Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер спринтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Юные таланты.